хотели снять фильм про баскетбольный ЦСКА, показать его болельщикам, тем, кто тренировался, играл в команде, работал в ней, и чтобы потом он вышел в прокат. Нам есть что вспомнить, есть что показать, есть на что посмотреть. На самом деле это круто, я считаю, что любые бренды должны развиваться в разных направлениях, и кино, на самом деле, довольно-таки с хорошей стороны очевидная вещь для такого клуба, который уже больше 100 лет, уже 100 лет в этом году играет, и, конечно, есть что рассказать. Вообще ЦСКА имеет полное право на это, 100 лет, я не знаю, это же, ну, это вот, ну, ты попробуй кто-нибудь 100 лет вот поживи. Попробуйте сами, а то 100 лет, конечно, надо кино снимать. Конечно, и огромное спасибо Винлайну за то, что он, ну, заморочился, реально, ну, кайф. Вы знаете, только зашел, но я знаю, почему я здесь, потому что здесь ЦСКА, 100 лет, смотрим фильм и наслаждаемся тем, что сегодня мы вместе и продвигаем спорт. Это о том, о чем мы хотим сказать, это труд, это великий труд, это преодоление себя. Но я благодарен организаторам за то, что мы сегодня здесь все вместе. Очень приятное мероприятие, и очень много красивых людей. И помимо красоты, очень много легендарных личностей, которые для клуба послужили большую роль. Мне повезло, что попасть в такой великий клуб с великими игроками, с великими традициями. Вот эти слова «психология победителей» – это непростые были слова. Это действительно так, что ты знал, что ты выйдешь там на 5 минут, но ты должен делать все, что ты можешь за эти 5 минут. Больше всего, конечно, в лицо бросается количество лиц, баскетбольных, естественно, легенд. Это и комментаторы, это баскетболисты, бывшие действующие баскетболисты, тренера. Ну, атмосфера прикольная. Наверное, лет 10 назад я только бы мог мечтать, чтобы оказаться вот в таком окружении. Большое спасибо за предоставленную возможность снять этот фильм. Это одновременно и вызов, и честь, поэтому надеюсь, что у нас получилось. Это фильм не про титулы, как мне кажется. Это фильм не про победы. Это в первую очередь фильм про людей. Про людей, которые работали в ЦСКА, играли в нем, тренировали. Эмоции, конечно, переполняют полностью. Смотрел фильм, аж мурашки по телу прошли, потому что те моменты ты проживаешь заново. Тяжелые моменты, моменты радости, финалы 4, Прага, Мадрид. И как я сказал в фильме, что лучшие годы, конечно, прошли у меня именно в ЦСКА. Больше всего кубков я выиграл именно здесь. ЦСКА – это для меня в первую очередь победы. Это семья, это болельщики, ради кого мы играем и побеждаем. Я думаю, это должно стать вообще толчком для всех баскетбольных организаций в России, потому что давно пора этим заниматься. Вот это первый шаг, который делает ЦСКА в этом плане при поддержке партнеров Винлайн, которые тоже много в это вложили. Это прикольный пример. Я думаю, каждый клуб сейчас начнет с этого момента, возьмет камеры и будет снимать каждую тренировку, будет снимать своих ребят и все это откладывать в архив с надеждой, что когда-то через 10, 20, 30 лет они сделают прикольный фильм про свой клуб. Это круто. Круто сделали, что провели такое мероприятие, и очень доволен, мне очень понравилась режиссерская работа. Его режиссировал мой близкий товарищ Иван, поэтому я доволен. Здесь история, здесь связанные вещи, которые показывают и взлеты, и падения, сложные времена и победные времена, но... То, что сегодня нынешняя команда, молодежная команда посидела на этой премьере, наверное, у них должно поменяться в голове, что надо, наверное, работать не так, как где-то, когда-то до этого. Нужно просто понимать, что ты маленькая пока, часть большого-большого победного клуба. I think that they need to understand what these four letters represent and that we have people
on this earth living and in the heaven cheering for us in these moments while we are continuing the work that they have put before us. So I think that we can use this as a foundation for our next games and for our future of this club.